Hello, people! Вы на новом канале Железное Сердце. Мы продолжаем прохождение игры Ведьмак. Три дикая охота, дополнение Каменные Сердца. Какая мерзопакостная погодка. Нам надо начинать квестик. Мы пришли к травнику. Так, спускаемся в подвал. Нашли мы всех своих помощников. Воров там всяких. Минеров и всех остальных. И сейчас начнется наша ограбленница дома аукционного. А вы, барышня, может быть, свободны? Потому как я с недавних пор... Да. Да неужто? Быть не может. Кто же это мог упустить такую выгодную партию? Наконец все в сборе. Пора начинать. Этот налет — дело серьезное. Так что, если кто-то из вас сомневается, пусть уходит сейчас. Пока еще можно. Наша цель — аукционный дом Барсоди. Конкретно сокровищница. Эвелина, ты войдешь в башню, как только пройдет патруль, и спустишь нам веревку. У нас будет не более 5 минут. Этого хватит? Более чем. Великолепно. Поднимаемся в башню, оттуда в аукционный дом. Внутри никого не должно быть. Но если что... У нас есть Геральт и его мечи. Потом вниз, в сокровищницу. Казимир взрывает дверь. Мы входим, берем добычу и испаряемся через тайный ход. У меня все. У кого есть вопросы? Все выглядит прекрасно, но... Что, если что-то пойдет не по плану? В этом случае... Каждый сам за себя. Вот так вот просто? В этом ремесле нет места дружбе. Нам нужно опасаться еще каких-нибудь мер безопасности? Ловушек? Ничего особенно серьезного. Вот здесь, на первом этаже, есть шнур от колокола в башне. Если он зазвонит, у нас будут неприятности. Как сделать, чтобы он не звонил? Не дергать за шнур. Все, как я сказал. Аукционный дом будет пуст. Я не жду каких-то проблем. А хранилище? Как оно охраняется? Что бы там ни было! Смесь селитры, пороха и фульмината серебра сделает свое дело. Что-нибудь еще? Позволь очевидный вопрос. Если в сокровищницу ведет тайный ход, которым мы уйдем, почему бы нам не войти через него же? Хороший вопрос. Почему? У каждого коридора 2 конца, правда? Но я знаю, как найти только тот, что в сокровищнице, а другой где-то за городом. Я понятия не имею, где именно. Ага, чудно. Так если все-таки... Если бы как-то смог это выяснить, вы были бы мне не нужны. Так что поверьте, я пытался. Еще вопросы? Нечего тянуть кота за яйца. Замечательно. Встретимся у ворот рядом с башней ровно в полночь. И убедитесь, что за вами не следят. Я дам сигнал повару в гарнизоне. А что с масками? Рожа-то у меня приметная. Оставь это мне. Да, и еще одно. Если кто-нибудь из вас донесет стражи, разболтает за пивом, убью. Собственными руками. Напугал прям. Так. Пойдем вместе прямо сейчас. Если ты боишься, что кто-нибудь выдаст... Тогда пойдем все вместе. Немедленно. Возражение? Кому-нибудь нужно еще время? Тогда пойдем. Ограбление! А, классно. Фрики. Ведьмак, человек, краснолюд и эльфийка. Как в сказке. Что-то они дрестать хотят, по-моему. Отлично. Всего 1 патруль. Твоя микстура, должно быть, сработала. Эвелина, готова? Ты шутишь? Конечно, да. В черную одежку переоделись все такие. А маски? 3, 2, 1.
все чисто. Давай. Какая ловкая тетенька. Гребаные птицы. Вечно все засрут. Что? Я вам покажу. Патруль идет сюда. Все наверх. Быстро. Ох, ё. Лучше бы уж было взорваться. Птичка накакала на голову. Внутри же никого не должно быть. Видно, мой информатор ошибся. Это все, что ты можешь сказать? Я там шею чуть не сломала. Ты знала, на что идешь. Сейчас не время для обсуждений. Да, не время. Но позже мы это обсудим. Можешь быть уверен. Я буду к твоим услугам. Если здесь один стражник, впереди могут быть еще. Доставай меч. Нет. Что так? Я не буду убивать. Я уже сказал. Деревянные мечи. Надевайте маски и идем. Красавцы. Король. Да здравствует король. Так, берем. Все, собирай. Халява же. Когда еще мы там халяву увидим? Это что такое? Письма, видно, старинные, как и шнурок. Любовное письмо. Так. Да нам торопиться? Нет, погодите, погодите, ребятки. Старинные письма, это очень интересно. Вдруг мы там что-нибудь потом найдем. Может быть, его усыпить? Пока что чисто. Тьфу-тьфу, чтобы не сгладить. Хорошо. Но все равно держите ухо востро. Я и держу. Хорошо. И уже заметила кое-что, что взяла бы себе с удовольствием. Не сейчас. Надо попасть в сокровищницу. Ясно? Ясно. Да уж яснее-то. А никого. Потихонечку идем. И потому мы поднимем начальную цель. Что? Стража! Стража! Ну все, сука. Хана. Ты говорил, что? Я знаю, что говорил. Вперед, пока они не подняли тревогу. Зашибись. Геральт, берегись. Давай, лупи всех. Деревянным мечом. Все, замесили. Блин, загрузка, вот это мне не нравится. Блин, это главный пришел. Главный Барсоди. Остановите его! Не дайте ему уйти!
Черт! Не, ну это ловушка уже, пипец, все. Закрылся изнутри. Дьявол. Черт. Сдавайтесь! У вас нет шансов! Посмотрим. Но у нас есть заложники. Пощадите! Считаю до трех и входим. Раз, два. Еще один шаг, и здесь начнут гибнуть люди. Спокойно, давайте договоримся. Озвучьте нам ваши требования. Выторгуй нам немного времени, Геральт. У нас одно требование. Уведи отсюда своих людей. Не могу на это пойти. Можешь, только не хочешь. Зато я могу кого-нибудь убить. Сделайте, как они просят, умоляю. Успокойтесь, не надо никого трогать. Понятно? Нет, ничего проще. Отзови своих ребят, и все будут жить долго и счастливо. Повторяю, это невозможно, но мы можем с вами как-нибудь договориться. Тогда расскажи мне шутку. Любую, лишь бы смешная была. Что-что? Это не... Дам тебе один совет. Бесплатно. За каждый следующий ты заплатишь чужой кровью. В беседе с человеком, взявшим заложников, надо избегать слов «нет», «но» и «может быть». Понял меня, Януш? Но меня зовут... Ты не должен говорить «но»! Видишь? Вот он уже уразумел. Я сказал, чтоб ты был Януш, значит, будешь Януш. Ясно? Да, ясно. Отлично. А теперь, Януш, я хочу услышать шутку. И поверь, будет лучше, если она мне понравится. Маленький эльф подбегает к маме. Я накакал, накакал. А она ему: так неси скорее сюда. Как раз время ужинать. Грохотнуло-то как. Да что ж такое-то? Умри, а есть. Селитра? Умри! Все, умер? Все. Отдыхай. Че дальше? Черт, да, если бы не этот взрыв, обошлось бы без боя. Если бы не этот взрыв, мы не вошли бы в сокровищницу. А где Эвелина? Сбежала. Тем лучше. Меньше желающих делить добычу. Пойдем, пока не подошло подкрепление. Будем собирать все. Все, что видим. И письма как-то странно лежат. Красненькие. Мы потом расследование будем, наверное, делать, что, почему нас подставили. И будет все ясненько тогда. Еще одно письмо. Требование уплаты.
Сейчас нам некогда. Хотя можно и сейчас почитать, оно же на паузе будет стоять. По идее. Так, еще одно письмецо. Книжечки. Любитель книжечек. Так, давай заглянем. Рюкзачок. Что ж это за книжки такие? Письмеца. Так, первое. Примечание. Принять получат вместе с остальными именами. Имением. Высыпанный аукцион, начальная цена 1 крона, ставок нет. Любовь моя, не сдавайся, еще есть неделя того, как вы найдешь. Так, люблю тебя, любовное письмо, фигня какая-то. Список предметов на реставрацию. Так, фигня какая-то. Тут у нас... настоящий документ подтверждает, что мой принципал фирма Эммет Люмандов и сыновья зарегистрирована в Трегоре. Так, это вообще ни о чем. Я пишу вам по весьма необычному поводу. Пожалуйста, отнеситесь к письму серьезно, ибо вы и ваше учреждение в великой опасности. Позвольте объяснить. Вот оно, мастера мотеля. Так сложилось, что я известный астролог и предсказатель. В последние дни, по понятным причинам, я должен был скрываться, но узкий круг самых верных клиентов был осведомлен о том, о моем местоположении. В их числе одна высокородная дама, чье имя я не могу раскрыть. Указанная дама пришла ко мне с просьбой, она хотела узнать, до какой стоимости дойдут на предстоящем аукционе определенные предметы. После многочисленных отказов я купил просьбе дамы, но прежде чем вы оскорбитесь, это вмешательство в ваш бизнес, прошу дочитать до конца, ибо карту сказали мне кое-что чрезвычайно важное. Комбинация карт ясно показывала, что у вас в трях появился волк. Вы не пустите его внутрь, но он, тем не менее, найдет способ пробраться. Он войдет в ваш дом, отберет у вас. Я видел башню, в которую попала молния и кровь, пьющую кровь. Странно. Я думаю, вы в курсе, что это значит, правда? В качестве вашей благодарности за это предупреждение вручите, пожалуйста, 2000 крон человеку, доставившему это сообщение. С большим уважением, мастер Матей. Блин, этого мастера Матея я найду. Я ему покажу. Это Матей. Была настоящая любовь. Ты не о том потом говоришь почему-то. Не о Матее. Пошли, пошли. Пришли. А красиво бабахнуло. Громковато, правда. Надо было добавить больше гремучего серебра. Хотя... Меня это не интересует. Никого это не интересует. Идем. Геральт, ты впереди. Почему я? Потому что я за этим тебя взял. Топай, времени мало. Подстава какая-то. Кто это тут так рычит? Так, мы сейчас сначала отоваримся как следует. Пиво. Так, Роман, тут, короче, питье только. Те же картины были на аукционе. Блин, тут бабла столько, надо это все брать. Флорины в таком количестве. Че, зря рисковал башкой, что ли? Еще это все не брать. Они заперлись, закон. Блин, они уже дверь ломают. Всех вас! Те же картины были на аукционе. Те же картины были на аукционе. Вот этого-то там не было. Все, заходим. Вот они. Красавцы. Да ты знаешь, с кем тягаешься? Трое всего у вас. Еще бы. Знаю.
Даже слишком хорошо. Эвальд? Привет, братишка. Сколько лет? Так они еще и родственники. О, чтоб меня понос прохватил! Изволь объяснить нам, Эвальд Барсоди, какова на самом деле цель этой семейной встречи? Месть. За предательство. Годы нищеты. Унижений. Это мне отец завещал аукционный дом. А Хорст меня обманул. Лишил наследства. Лишил всего. Потому что все, что мы заработали, ты стал спускать на карты и девок. Отец этого не видел, а я еще как. Это тебя не оправдывает, Хорст. И жизни тебе не спасет. Вы двое вступитесь за меня, а я помогу с реданцами. Дам все, чего пожелаете. Так, соблазнительное предложение, Хорст, и я его принимаю. Ты меня подкупишь, я сам с Эвальдом. Не имею желания ввязываться в твои темные делишки. Не собираюсь вмешиваться, особенно в семейные дрязги. Но тогда тебе не стоило вламываться в мою сокровищницу. Слишком поздно для нейтралитета. Пойдешь со мной и будешь в золоте. Пойдешь против меня, останешься здесь навсегда. Да. Нафиг нам вам все вам не нужно, короче. Ну, если таков твой подход, я буду. Я заберу. Все заберу. И так возьмем все, что захотим. Подлый же он, брату соврал, родной. После того, как вырвем тебе ноги из жопы. Золотые слова. Взять их. Че взять? Бейте их. Право обходи! Не зевай! Так, один минус. Ты живой там? Отлично. Босс. Деревянным мечом ему по репе, по щекам. Я предполагал иной исход. Забрать бумаги и вышвырнуть тебя на улицу. Ведь говорят, что месть нужно подавать холодной. Но и горячей тоже неплохо. Умоляю, пощади меня, брат. Проси все, что хочешь. Правда? Неужели все? Все! Перепиши на меня все, чем владеешь. И иди отсюда. Прямо так. В одной одежде. Позволь мне что-нибудь взять с собой. Хоть что-нибудь. Пятнадцать лет! В каналах! Как зверь! И ты еще смеешь просить? Ну, не нравился он ему. Не нравился. Да уж. Ты доволен? Более чем. А ты? Нет. И не буду доволен, пока не найду дом Максимилиана Барсоди. Ты говорил, что он здесь. Так и есть. Вон там. Но боюсь, что ты его не получишь. Видишь ли, там внутри завещание отца. И согласно ему, пропавший некогда Эвальд Барсоди теперь получит все. А Геральт из Риви, которого ты обманул? Что ж, ему придется взять себе что-нибудь еще. Мужики,
Успокойтесь. Ты обманул меня. А ты хотел бросить меня один на один с головорезами Хорста. По мне, так мы квиты. Что же до дома Максимилиана Барсуди, если он тебе так нужен? Придется отобрать его у меня. Глупое решение. Я бы справился с тобой. Но, быть может, мне не придется, может, мы еще договоримся. Не вижу компромисса. Нам обоим нужен чертов дом. Не совсем. Тебе нужно содержимое, а мне шкатулка. Они там, внизу! Будь по-твоему. Пожмем друг другу руки. Прямо камень с души свалился. Дай мне эту долбаную шкатулку и идем отсюда. Как скажешь. Туда. Так, пошарится. Что-нибудь, может, найдем? Так. Оба, чертеж. Отравленный стальной меч. Классно. Золото столько, а? Все он жадничал, а? Что-то ему все мало было. Так, давай, доставай. Смотри, сколько тут всего. Блин, что за штука? Не могу взять ее. Так, что, чувак, расскажешь, малыш? Чего еще? Ты еще знаешь? Флорин и сколько? Так только не сгори. Серебряное блюдо. Всего. Рубины, флорины. Классно. Оп. Все собрали. Дверку закроем. Открывай. За короля! Да ё-моё, побежали! Убегаем. Блин, еще два сундука. Все, побежали теперь. Улепетываем. Давай, слезай. Слезай. Малыш, ты лезешь? Что-то он не хочет лезть. А тут не так уж высоко, чтобы лесенкой воспользоваться. Побежали. Цигель-цигель, лю-лю. О, блин, лесенка. Лесенка. Шипзик. Где шипзик? Шипзик. Так, тут открывать, да? Мне, наверное. Потом мои отпечатки тут останутся. Что дальше, волк? Все, вылезли. Походу, он врал, что он не знал, откуда зайти в подземный ход. Как туда попасть в хранилище. Если это его дом, его поместье было. Ну,
Здесь наши пути расходятся. Пошел ты. Неужто все было так плохо? Нет, но еще бы чуть-чуть, Эвальд. Еще бы чуть-чуть. Эльфийка. Бывайте, вообще без земля. Ничего осталось. Желаю, чтобы твоя Ефимия одумалась и вернулась. О, да пес бы ей ехал! У меня теперь столько золота, что и без нее неплохо. Ну тогда живите долго и счастливо. Ты и твой кошелек. Вот и договорились. У костюмчик мне остался на память. Все, теперь можно этот домик пойти и сдать. Ветер. Более это все рядышком. Риданцы даже не подозревают, что это я. Ну и хорошо, как говорится. Все, сдаем домик сразу и... Пришли. О, а чё он сидит такой грустный? Кабан. Дьявол шел кривой дорожкой, затаивши зло. Ладно, я принес тебе. Что они вытворяют? Развлекаются. Большие детки, понимаешь? У тебя-то есть дети, Геральт? Нет. Ах, да, я и забыл, что ведьмаки бесплодны. Но не смотри так на меня. Лучше скажи, что тебя привело. О, в Гвинт ты играешь! Давай поболтаем немножко. Интересных людей ты собрал в свою компанию. Интересных? Да что в них интересного? Гуляки и пьяницы, все до одного. А где ж ты их набрал таких? Кто-то со мной с давних пор... Кого-то собрал по большим дорогам, остальные сами меня нашли. По крайней мере, теперь есть с кем выпить. А с тех пор, как я путешествую вместе с ними, мои старые враги сидят тихо. Никогда не видел подобной сабли. Откуда она? Из Афира. Это подарок. Любой хлыщ может нацепить себе у пояса саблю и носиться с ней. Изображать, какой он грозный. А моя сабля обещает, что если я ее выну, головы-то покатятся. Сразу остужает пыл у тех, кто хочет поспорить с Ольгертом фон Эвериком, знаменитым разбойником. Мой медальон подсказывает, что она магическая. Разумеется. Не думаю, что ты когда-то видел оружие лучше этого. Я все думаю, как же ты превратил Афирца в чудовище? Все-таки мне кажется, что это было необычное проклятие. Это профессиональное любопытство или обычная людская дотошность? Тяга к самосовершенствованию. Хочу знать на будущее. На будущее? Надеешься, что тебе удастся выполнить 3 моих желания и все для тебя кончится хорошо? Посмотрим, как кончится. Признавайся, тебе помогал какой-нибудь чародей? Я дам тебе подсказку. Не ты один занимаешься исполнением желаний. А Дим превратил Афирца в чудище по твоему приказу? Нет, я сам это сделал. Но ты прав, это не было обычное проклятие. Это было желание, которое я высказал в гневе. Я даже не думал, что оно исполнится. Про гнев ты уже говорил. Давай с тобой в Гвинт сыграем. А ты когда-нибудь играл в Гвинт? Бессмертный просит тебя выполнить 3 желания, а ты спрашиваешь, играет ли он в Гвин? Боишься проиграть? Без проблем, сыграю с кем-нибудь еще. Никогда не видел худшей попытки спрятаться в кусты. Раскладывай свои карты. Вот отлично, люблю в Гвинт играть. Так, какие у меня там карты есть? Корова, что за корова? 0. Ну и нафиг ты нужна? Так, ну ладно, поехали. Хрен с этой коровой. Не знаю, откуда эта корова мне взялась. Так, 10, нифига себе. Даже не знаю, кого и выкинуть.
Этого выкинем. О, Велимир. Весемир. Ты что-то подкачал. Подкачал. Ход противника. Сейчас хоба удвоим себя. Силищу. Спасовал. 2 очка у него. Так, ну что мы можем сделать? Мы можем поставить вот такую карточку и тоже пасануть. Так, ну нормально пока. Пока что нормально идем. О, а что у него карта осталась? А, он чудовище. Блин, у меня нет против него ничего. Мне зиму надо. Ваш ход. Так. О, чудовище, он сейчас попрет. Хрена себе. Оба. О, мороз пришел. Прекрасно. Давай, давай, накидывай. Давай, 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 наяривай. Гитара семиструнная. Можно мороз ставить. Втыкай. Оба. Бах. Да, я слаб. Ослаб, бедняжка. Ну, не совсем еще. На себе. Так, что я могу сделать? Давай вот так. И все. Одну карту. Блин. Шестьдесят. У него две карты. Эти вот вообще беспонтовые у меня. Так, что ты будешь делать? 67. Четверочки у него там. Ну-ка. Оп. Вот это вот я сыграл. Вот это мне нравится. Спасовал. Так, ну, с вашего позволения я эту карточку назад заберу. Все. Хотя зачем она мне нужна? Он же сдул. Подчистую просто сдул. Проклятие. Как же я ненавижу проигрывать. Ну, мои поздравления. Карта твоя. Спасибо. Давай сдавать это квест. Сначала от Витольда. Приветик передадим. Привет тебе от Витольда. Ты с ним говорил? Я тебе не верю. Я не только встречался с ним, но и выполнил твое желание. Интересно, что он хочет тебе сказать? Умный клиент сразу поймет, что на этой стороне Монтера лучшего товара. Я исполнил твое желание. Твой брат целый день развлекался, как в старые времена. Сказать каждый может. А чем ты докажешь? Этим. Почерк Витальда. Без сомнения. Ты отлично справился. Нужно что-то еще? Что-то еще. Держи коробочку. Ну хорошо, что у тебя есть для меня? Дом Максимилиана Барсони, как просил. А бумаги? Документы где? Остались в сокровищнице. Ты хотел дом? Вот тебе дом. О содержимом речи не было. А ты быстро учишься. Юлишь, как само Дим. Не упустишь случая поглумиться над человеком. Знаешь, как мы с компанией поступаем с такими, как ты?
Ну, не знаю. Просите юридической консультации, вам это явно не помешает. Ты подписал контракт, Ольгерт, а я выполняю его по пунктам, до последней буквы. Недоволен? Что ж, надо было яснее выражаться. Да, надо было. Я догадываюсь, что ты пошел на сделку с Хорстом. Жаль. Поразительный ублюдок. Нет, я пошел на сделку с его братом, который потом забил Хорста золотым канделябром. Ха! И на том спасибо. Зачем тебе вообще эти бумаги? Чтобы утопить Барсоди. Видишь ли, я узнал об интересной подробности завещания старика Максимилиана. Там сказано, что если его сыновья хотя бы раз в году на Билетейн не пожмут друг другу руки, аукционный дом должен пойти с молотка, а все вырученные деньги переданы госпиталю Вельмерия. Старичок предчувствовал, чем дело кончится. Я собирался переслать эти бумаги кому надо, и Барсоди очутились бы на улице. А у госпиталя было бы достаточно денег, чтобы лечить сироток и нищих бесплатно. Потрясающее благородство. Так заботиться о нуждающихся. Да шли бы они в жопу, эти нуждающиеся. Пусть провалятся со всем этим городом. Тут дело было в другом. Вместе. Зачем тебе вообще эти бумаги? Чтобы утопить Барсоди. Видишь ли, я узнал об интересной подробности завещания старика Максимилиана. Там сказано, что если его сыновья... Старичок предчувствовал, чем дело... Я собирался переслать эти... Потрясающее благородство. Так заботиться. Да шли бы они в жу... Тут дело было... Какое у тебя дело до Барсоди? Чем тебя так достали, эти Барсоди? Вытолкали в шею с аукциона? Они вытолкали меня в шею из собственного дома. Тебе это правда интересно? Стал бы я спрашивать. Ха, как всегда, дерзко. Моя семья влезла в долги. Неудачное вложение денег, неурожай, проигранный суд. Ну, знаешь, как оно бывает. Пришла беда, отворяй ворота. Нам нужно было несколько недель, чтобы встать на ноги. Но Хорст Барсоди скупил все наши векселя и потребовал немедленной выплаты. Я просил, умолял, рвал на себе рубашку, но все без толку, все как об стенку горох. Потом я был на аукционе, смотрел, как какие-то надушенные пезды забирают саблю моего отца, портрет покойной матери, сбрую коня моего брата. О, Хорс славно нажился на наших реликвиях. Неудивительно, что ты не пылал к нему любовью. Это еще только начало. Когда родители моей Ирис узнали, что случилось, они разорвали нашу помолвку и другого жениха и нашли. Из-за моря. Я думал, сойду с ума от злости. Пошел в корчму. Один стакан выпил, другой. Ввязался в драку, потом снова пил. А потом... Потом я попросил о помощи не того парня. И что было дальше? А дальше, ведьмак, было одно большое смердящее говно. Ну, чего ты здесь мнешься? Еще что-то нужно? Время назвать третье желание. Подожди, Геральт. Я кое-что доделаю, и тогда поговорим. Эй, вы! Достаньте мне селедку из бочки. Давай, не задерживай.
Теперь ты готов меня выслушать? Или тебя по-прежнему не касается, что я хочу сказать? Я готов. Я слушаю. Хорошо. Иди к своему хозяину и скажи ему следующее. Его требование задело меня за живое, поскольку я воспитан в уважении к священным законам гостеприимства. И я не стану потакать хамскому поведению. Понимаешь? А чтобы это доказать, я нанесу ему безотлагательный визит. Так что скачи, что есть духу, и предупреди о моем прибытии, понял? Да, понял. Отпустите его и отдайте ему коня. Пойдем, ведьмак. Выйдем наружу и поговорим. Афирцы говорят, что о важных делах следует говорить под открытым небом, чтобы боги были свидетелями. А что там с этой бочкой? Мы тут по дороге задержались погостить на постоялом дворе на землях некоего лорда Безмятежного. Развлекались мы шумно, на то и корчма. Безмятежному это не понравилось. Он прислал человека сказать нам, что если мы еще раз объявимся, нас повесят. Ты сжег корчму дотла? Но я оставил корчмарю солидную компенсацию. Только этот крысюк не стал упоминать о деньгах при своем господине. Но это не важно. Достаточно, что кто-то назвал меня шелудивым псом и пригрозил смертью. Это была одна из тех угроз, которые звучат как приглашение. Так что я определенно еще вернусь в те края. Ты, наверное, нажил себе много врагов. Пусть не сегодня и не завтра, но в конце концов кто-нибудь найдет способ до тебя добраться. Это должно меня волновать? Я не чувствую ни страха, ни сожалений. Ученые из Оксенфурта считают, что богов нет, а после смерти есть только пустота. Я давно познал эту пустоту. Смерть ничем меня не удивит. Я выполнил два твоих желания. Пришло время третьего. Ты самонадеянный, да? Гордый, бесстрашный, уверенный в своих силах. Третье желание, будь любезен. Мутация лишила тебя чувств. Скажи, ты любил когда-нибудь? Ну так, чтоб на самом деле. Да, любил. Может, мы перейдем к делу? А может, мы лучше вернемся внутрь и поговорим обо всем за бутылкой? Выпьем, когда все кончится. Это вряд ли. Если тебе повезет, то мне конец. А если повезет мне, то ты уже не вернешься. Я все еще жду третьего желания. Какой же ты упрямый. Ну что ж, изволь. Была у меня когда-то жена. В нашу последнюю встречу я подарил ей фиолетовую розу. Принеси мне этот цветок. Я хочу вспомнить, как он выглядит. Когда это было, роза наверняка уже увяла и рассыпалась в прах. Ты хотел желание. Вот оно. Исполняй. Я отправлюсь навестить Безмятежного. А здесь оставлю одного из своих людей. Он поможет найти меня. Разумеется, если тебе повезет. Скажи хотя бы, где мне искать твою жену? В моем старом доме, на восток от имения Мартина Листа. Я не стану желать тебе удачи, сам понимаешь. Прощай, Гера. Вот говнюк подсунул желанице. Ой, пёс. Да, шелудивый песик. Тебя ждет смерть от отравления. Ну что ж, дорогие друзья, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Мы прям два желания в одной серии, можно сказать, закончили. Ну и пёс. Оба их сдали и получили третье. И будем его выполнять уже в следующей серии. Всем пока! Интересно.
Еще один вор. Без уродов. Кто? Мэшер его вот убивал. Ни хрена себе. Зараза. Кто такой?